Всем привет! Эпиграфом к этому видео можно было бы строчку из пушкинского стихотворения, сказки вернее. «Не гонялся бы ты поп за дешевизной». Я вообще Ташибу фирму очень люблю и априори, как говорится, вот к ней отношусь с таким каким-то пиететом. У меня было много ташибовских аппаратов, к сожалению, не очень крутых. Там 983 до сих пор у меня не было и нету. Ну, может быть, удастся когда-нибудь купить. Но простенькие аппараты попадаются довольно часто. У меня была 80-я ташиба, там, по-моему, что-то то ли 90-я, 120-я была. Какие-то четырехзначные цифры были. 170-я. 150-я, 200-я, 200-х две штуки у меня. А вот попалась 135-я. Ну, она довольно простенькая. И меня зацепило в ней то, что она soft touch. Такая простенькая магнитола, но уже протяжка не совсем обычная. Ее продавал какой-то мутный тип. Я его спрашиваю, сколько. Он говорит, 150 гривен. Я говорю, 100. Ну, в общем, мы сошлись на 120. Ну, на рубли это 300 рублей где-то, на доллары, ну, где-то 5 долларов, что ли. А я сделал маленькое нелирическое отступление. Тут мне какой-то один альтернативно одаренный написал, а чему вы у рубля вражеских сообщаете цену? Ну, я хотел ему объяснение написать, а потом взял, просто забанил и все. Я уже устал с дураками, которым там тем язык не нравится, другим там еще что-то не нравится. Мне проще вот сразу банить, и нервы у всех будут спокойно, знаете. Поэтому никакого мата, никаких вот оскорблений на национальной почве там, или еще каких-то там расовых быть не должно на моем блоге. Поэтому национальность это та вещь, которая от вас не зависит. Вы как родились млекопитающим, так, точно так же вы родились там каким-нибудь там зулусом там, или эвенком. Спасибо родителям. Возвращаясь к ташибе. Ну, я взял ее в руки. Она, конечно, была, ну, не айс в кубе. У нее не хватало кусков пластмассы на теле, причем таких довольно существенных. Антенны не было. Она была вся засижена тараканами, это было видно вот изнутри. Ну, я думаю, ну что, таракана ты не видел. Ну, друзья человека, ну что делать, домашние животные. Короче говоря, я ее забрал, этот мужик говорит, я ее сам бы отремонтировал, да там типа руки не доходят. Я говорю, ну хорошо, руки у меня дойдут. Ну, это была ловушка, сразу скажу, что. Я сейчас составил список, по-моему, где-то порядка 10 дефектов я у нее обнаружил. Ее вообще не стоило брать. Ну, знаете, вот, может быть, приносят ветеринарный пункт какого-нибудь облезлого котенка, у него там куча болячек. Ну, ты начинаешь лечить одно, но думаешь, ну, вот сейчас следующее сделать, следующее. Ну, не выбрасывать же этого котенка. Ну, раз уже принесли, и ты что-то уже вылечил, надо продолжать дальше. Ну, вот этот котенок, я же говорю, что этот зонтик большой оригинал, как говорил товарищ Хоботов. Я сейчас попробую сказать это, так сказать, в историческом порядке, что я делал. Ну, прежде всего, включил, конечно, она там что-то издавала, какие-то звуки нечленораздельные. Один канал у нее не работал. Ну, думаю, ну, велика беда. Ну, взял, начал промерять. Оказалось, что у нее регулятор громкости пошабашила. Регулятор громкости там очень и очень непростой. Он маленький, у него ножки стоят в два ряда. 5 спереди и 2 сзади, тон компенсации. Естественно, на радиорынке вообще нигде такого даже ничего и не видели. То есть надо было думать, что с ним делать. Ну, в общем, я когда открою, я вам ее покажу, что я сделал. Ну, пришлось взять обычный регулятор и впаять его, там ножки раздвинуть, в общем, как бы перемычечки какие-то бросить. Ну, думаю, ну счастье, сейчас вот заработает. Мне все равно один канал не работает. Блин, бился. А микросхема там 73-35, что ли, уже забыл, честно говоря. Ой, попросил у товарища, есть ли такая микросхема? Он говорит, да, есть. Притащил мне, впаиваю, ни хрена. Начинаю смотреть, а здесь двухсторонний монтаж. И вот выпрыгивает проводник на одну сторону, потом другую. В общем, где-то какой-то пистончик, наверное, пошабашил. В
вычислил, закоротил, вроде заработало. Ой, я, может быть, очень часто буду говорить, ой. Так как она была загажена тараканами, я вообще разобрал ее полностью. Вот все, что можно было снять, динамики я обернул. Я думаю, что они не на разъемах, а вот столбики, вокруг столбика обматывается провод. Ну и вы думаете, если просто взять, размотать, то так назад уже не замотаешь, там, как фирма заматывает. То есть, как бы это... Поэтому я решил не трогать динамики, я, ну, отпаять было их лень. Я их взял в пакет, связал вместе, один лицо к лицу, и в полиэтиленный пакет. В общем, как бы я вымыл все. Но тараканы, они плохие не только тем, что они там жили, там воняют, там прочее, прочее. Экскременты их, они на кислой основе, они разъедают металл. А во многих местах там была такая ржавчина конкретная. Но хуже всего, три светодиода, они металлические выводы их, видимо, железные. От тараканьих вот этих экскрементов полностью разъела ножки светодиодов. И мне пришлось, короче говоря, там подпаивать, удлинять их. Целое дело, в конечном счете я зеленый светодиод, он вообще, просто я его то ли пережег, то ли еще что мне пришлось купить, я купил более современный, но он яркий такой, но сделал, думаю, ну все, теперь-то я уже починил, то есть как бы начинает тюнер работать неправильно, там стерео срывается, какое-то искажение, бился, оказалась холодная пайка. Ну, на это уходит очень много времени. Рассказывать можно в течение минуты-двух. А вы вычислить все это, ну, сделал. Более-менее работает. Осталась протяжка. Думаю, ну, протяжка, что там делать там. Поставил пасеки. Пасека вообще не было. Включаю. Ну, то, что там пасеки там китайские гуляли, детонация была. Я поставил советский пасек. Не самый плохой, 90-й там. Включаю, очень странно работает аппарат. Полсекунды он, громкость у него какая-то вот прорывается, деки, а потом все, ничего нету. Но если ты касаешься металлическим щупом одной из ножек, там головки, или там, например, на микросхеме вход, 76-68 микросхемы, то оно начинает дальше работать, после этого все работает хорошо. Ну, я не знаю, я прозвонил все обвязку, посмотрел, не могу понять. Ну, честно скажу, что грешил на микросхему, и в таких она оказалась не совсем исправная. Я вытащил, у меня когда-то за какие-то копейки я купил вот эту вот Toshiba 200-ю. Я с нее кучу добыл полезных веществ. Ручки, там пружинки некоторые. И я забыл сказать, когда я делал тюнер, на тюнере не было маховика и нитки. Ну, мне товарищ там принес какой-то маховик с Селги. Не маховик, а в смысле шкив, шкив. Я удлинил, все сделал. Но потом смотрю, диаметр его маленький, и стрелка ходит где-то сантиметров 6, максимум 7. А здесь... Все-таки где-то порядка 10 сантиметров. Ну, это, то есть, непорядок. И вот с этой ошибы я снял маховик. Не маховик, то есть, еще раз, извините. А шкив, нитку. Ну, что могу сказать? Здесь они упростили до безобразия. Здесь ни одного нет ролика, в смысле шкива. Маленького такого вращающегося. Здесь все на таких вот столбиках. Сила трения, видимо, нитка перетерлась, она оборвалась. Дальше не было антенны. Антенну я вот, видите, поставил. Но дело в том, что Toshiba, у нее там своя система крепления антенны. Мне пришлось обычную антенну варить, разогреть, варить, потом заделать дырки. Дырки, которые были внизу, вот здесь вообще был кусок вывален. Я восстановил их пластмассой, нарастил, ну, так закрасил более-менее. А на блоке питания, вот там вот этот переключатель, когда вот мы включаем, и он отрубает батареи, там тоже у него, он плохо работал, ну, у меня уже сил не было, я его закоротил.
Честно скажу, что преодолевая одну препону, и когда возникала следующая, я вообще, ну не то, что я впадал в отчаяние, там, и хотелось мне бросить. Знаете, вот у японцев есть такое понятие «гамбаре». Это когда ты уже понимаешь, что битва проиграна, но ты все равно бьешься до конца. Я думаю, вот это мое гамбаре. Сказать, что этот аппарат хорош чем-то, не могу сказать. Из 5 винтов, которыми он крепится, тут 2 винта, один был очень ржавый. Тут система крепления примерно такая же, как на Шарпе 57-57, то есть 5 винтами. 2 внизу, вот этих, 2 вверху и один внутри под этой самой. Вот этих винтов не было, этот винт был обломан от того, что он проржавел. Я тут могу вам сказать, вот есть такой простенький прием, как достать ржавый винт, если он еще не обломан, это проще, конечно, а если обломан, тоже выход из ситуации есть. Я нагреваю винт, он разогревает пластмассу вокруг, ведь когда он ржавеет, он раздается в объеме, и он просто блокируется. А когда вы его нагреваете паяльником, вы можете потом спокойно выкрутить. Ну, а здесь, так как он обломался, я его зацепил кусачками там и вытащил его. Так что эту проблему я решил. Я не решил, вот здесь вот ручка болтается, я ее чуть позже решил. И вот эти 2 регулятора, тон и баланс, они тоже, по-моему, не работают. Ну, баланс, честно говоря, вот на 200-х тут вообще его и нету даже. Обошлись без баланса. Ну, тон стоит в правом положении, в принципе, тоже можно пережить. Вот точно, уже вот этого гамбаре моего не хватит на то, чтобы делать тон в этой. Я практически сделал ее. Давайте я вам покажу, как она выглядит. Сейчас я включу, как она играет. Вот она как сзади выглядит. Вот спереди. Может быть, я сейчас покажу даже ближе ее. Она такая вся непрезентабельная. Хром немножко начал слазить. Даже на кнопочках понемножку начинает спучиваться. Но тем не менее. Как она играет? Ну, давайте включу. Участие в киносъемках высоко! Светодиод родной, он почему-то тускловато светится. Вообще там у нее должно быть 9-вольтовое питание, у меня почему-то 8,5 вольт. Здесь стоит трансформатор не на мостик, а тут две обмотки вторичные и 2 диода. Ну, вообще такая примитивность, честно скажу, что кассета. Ну, софт-точ, я уже говорил, если бы не софт-точ, я бы и не взял бы. Перемотки. Ну, сейчас близко покажу, а потом внутренности покажу. Панель передняя, на ней ничего нету, абсолютно, видите, вот она как выглядит. Динамики стоят в стаканах, протяжечка, вот этот регулятор, который я поменял, он больше, нет, для сравнения, вот который стоял, и вот новодельный, скажем так. Динамики 12-е, ну слабенькие вообще динамики, конечно. Трудно, честно говоря, вот с восхищением относиться конкретно этому экземпляру, потому что я еще раз говорю, что он уже, наверное, он уже на грани смерти находится, потому что... Не, но я ему продлил жизнь кому-то. Что интересно, вот 2 микрофона, один микрофон закрывается фактически ручкой настройки, и из-под ручки настройки, так сказать,
Тут есть маленькая дырочка, она так. Если я вот так выму, все и вытащится. Ну, я боюсь, что динамики упадут. Сейчас вот так. Видите, они уже начинают падать. Вот такая вот штифт, видите, стоит. Никаких роликов нету. Такая конструкция. Спасибо за внимание. Не знаю, подчеркнули вы что-то новое от того, что я им показал вот эту вещь или нет. До свидания.